Всем привет! С вами Александр Жданович, и сегодня я хотел поделиться с вами результатами о нашем, об одном из наших продуктов. Это Экошин. Все его знают. Все знают, что это сухая мойка для машины, и она защищает от пыли. Но, как оказалось, на самом деле не только от пыли. Неделю назад я хотел обработать свою машину Экошином, но так получилось, что обработал только половину и стемнело. Естественно, я до конца ее не обработал. У меня есть пара фотографий, через пару дней я сделал, где вы можете увидеть разницу обработанной стороны и необработанной. Но вот что случилось. За последние 5 дней я проехал 560 километров, и вы удивитесь. Итак, что мы видим? Мы даже сейчас невооруженным взглядом видим, какая сторона машины была обработана Экошином, а какая нет. Как мы видим, машина, она вся стала в грязи, но я бы сказал, правая сторона, она больше чистая, чем грязная. Да, на ней есть разводы, но не так, как на левой стороне. Левая сторона не только грязью покрылась, но и солью, которой в зимний период на дороге очень много. Это даже видно по крыше. Вся крыша в белых разводах стала. Вот, поэтому я рекомендую не только в летний период, да, защищать машину там от пыли, мыть ее без воды, но и в зимний период обрабатывать вашу любимую машину Экошином. Тем самым вы не только будете наблюдать красоту и чистоту своей машины, но и защитите ее от соли. Чтобы мне убрать вот эту грязь, мне понадобится всего пару минут. И для этого надо будет всего три вещи. Это Экошин, это две чистые тряпочки. И что мы делаем? Мы встряхиваем Экошин, наносим. Наносим аккуратно. Ждем пару минут. Подождав немножко времени, мы берем тряпочку и простыми движениями вот так вот убираем. Вот. После того, как мы протерли первый раз, вы видите на тряпке сколько грязи. Вот. И все это мы помыли без воды. А дальше берем вторую чистую тряпочку. И вот так вот. Убираем. Как видите, вторая тряпочка тоже немножко грязная стала, но тем не менее, посмотрите, как мне понадобилось всего 2-3 минуты, и насколько машина уже выглядит по-другому, вся блестит, в отличие от крыши. Крышу я не обрабатывал сейчас. Вот, поэтому вам всего надо пару минут, чтобы ваша любимая машина обрела новый вид. Поэтому, друзья, я рекомендую вам пользоваться сухой мойкой Экошином, да, постоянно, круглый год, и
уделив каких-то 10-15 минут, вы не только защитите свою машину от грязи, от пыли, от микротрещин, но вы в зимний период защитите даже от соли. Ведь все, что попадет на вашу машину, оно просто будет отлетать, оно не будет приставать. Вот смотрите. Оп. И вот так вот грязь будет скатываться. Все, всем удачи.